Свет обычного фонарика. А вот так светят наши светодиодные фонари. Лаборатория «Штурм». Представляем вам новую линейку фонарей «Штурм» серии 4052. Фонарь «Штурм» 4052-01-140. Трехкратный фокус позволяет регулировать дальность светового потока на нужное вам расстояние. Два типа светодиодов позволяют выбрать режим, освещая только необходимый объем пространства. Адаптивный угол наклона позволяет точно направить световой поток. Индикатор заряда аккумулятора позволяет точно отслеживать его уровень. Фонарь «Штурм» 4052-02-200. Четырехкратный фокус позволяет регулировать дальность светового потока на нужное вам расстояние. Светодиод T6 обладает сверхярким свечением при относительно низком энергопотреблении. Адаптивный угол наклона позволяет точно направить световой поток. Быстрый доступ к аккумулятору обеспечивает легкость его замены. Индикатор заряда аккумулятора позволяет точно отслеживать его уровень. Фонарь «Штурм» 4052-03-600. Четыре режима работы позволяют экономить заряд аккумулятора, освещая только необходимый объем пространства. Встроенный USB-порт дает возможность использовать фонарь как зарядное устройство. COB-матрица обладает увеличенной яркостью при сохранении компактных размеров. Опора с углом поворота 180 градусов удобна для точной регулировки направления света, а также использования в качестве подвеса. Два магнита позволяют надежно зафиксировать фонарь на любой магнитящейся поверхности. Индикатор заряда аккумулятора позволяет точно отслеживать его уровень. Фонарь «Штурм» 4052-05-300. Два типа светодиодов позволяют выбрать оптимальный режим, освещая только необходимый объем пространства. Режим красного света COB-диода обеспечивает комфортное для глаз освещение в темноте. Также этот режим можно использовать как аварийное освещение. Кнопки «плюс» и «минус» позволяют регулировать яркость света и экономить заряд батареи. Опора с углом поворота 180 градусов удобна для точной регулировки направления света, а также использования в качестве подвеса. Четыре магнита позволяют надежно зафиксировать фонарь на любой магнитящейся поверхности. Индикатор заряда аккумулятора позволяет точно отслеживать его уровень. Зарядка осуществляется через популярный разъем microUSB. Во всех фонарях используются АКБ-18650 разной емкости. Рекомендуем новую линейку фонарей «Штурм» серии 4052. Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на наш канал «Лаборатория Штурм». Заходите на наш сайт штурмтулс.ру. Лаборатория «Штурм».